Алтайский край – регион, в котором произрастает свыше 2000 видов растений. Почти 150 из них занесены в Красную книгу как редкие и особенно важные для человечества. Помимо этого, территория края – родина сотни растений-эндемиков, уникальных трав, которые невозможно встретить в других местах планеты. Многие из них столетиями использовались в качестве лекарственных, помогали людям бороться с повышенной утомляемостью, способствовали нормализации давления или позволяли победить бессонницу. Именно разнообразие дикоросов сделало Алтай лидером в производстве травяных лекарственных препаратов и биологически активных добавок. А у истоков этого процесса находилась компания Эвалар, первая в России фирма, которой удалось создать полный цикл выпуска натуральных препаратов. Агрономы компании в предгорьях Алтаева сделают почти 1000 гектаров собственных плантаций. На них выращивают до 40 культур. И работа ведется не только в промышленных масштабах, но и на экспериментальных полях. Например, экспертам Эвалара удалось вырастить средиземноморский артишок и радиолу розовую. Последнюю ранее ни у кого не получалось вырастить в культуре. В 2021 году исследовательское бюро Евромонитор International признало Эвалар лидером по объемам продаж мультикомпонентных биологически активных добавок среди компаний в Восточной Европе, России и странах СНГ за 2020 год. Выход данных Евромонитора совпал с 30-летним юбилеем компании. За годы своей работы Эвалар продал более 1,5 миллиардов упаковок своей продукции. Сегодня каждый третий россиянин доверяет свое здоровье и красоту Эвалар. А сама компания, по данным DSM Group, за 10 месяцев 2021 года лидирует на российском фармрынке с долей свыше 17%. И эту флагманскую позицию удается удерживать уже 15 лет. В 1991 году Эвалар первым в стране зарегистрировал БАТ, так что этому термину сегодня тоже 30 лет, как и Эвалар. Тогда на советских военных станках для изготовления сухого топлива впервые начали прессовать брикеты лекарственных трав. Сегодня производство компании оборудовано новейшим автоматизированным оборудованием ведущих европейских производителей. Например, Ульман, Хетлен, Бош. У нас оборудование немецкое, да, действительно, в основном. Английская, швейцарская, французская, как я уже говорил. То есть то оборудование не просто страна-производитель. Они специализируются именно на чем-то одном. Ну, допустим, компания Bosch, она очень сильна именно в фармоборудовании. Она тоже лидер на рынке, безусловно. И поэтому мы с ними давно и плотно работаем. Всего на заводе оборудовано 4 цеха. Цех подготовки сырья, готовых форм, жидких препаратов и лекарственных средств. И в каждом из них установлены профильные машины высочайшего уровня. Но главное, что позволяет компании продуктивно функционировать, говорит Дмитрий, это люди. На предприятии задействованы и опытные ветераны, и молодежь. Нередки даже рабочие династии. В марте 2020 года, когда страну накрыла пандемия коронавируса, Эвалар переоборудовал сразу 3 линии по выпуску косметических средств под выпуск антисептика Orvis. Первые партии были безвозмездно отправлены в дома престарелых и социальным волонтерам. Также компания вводит и новые производственные участки. Каждый наш новый участок, новый цех, он уже более с какими-то более современными методами и возможностями запускается в эксплуатацию. Отличается радикально, как ваш телефон 15 лет назад и ваш смартфон, который у вас сейчас в кармане лежит. За 2020-2021 год мы несколько участков ввели новых в эксплуатацию. Это участок производства желейных изделий. Вы знаете, жевательные желейные изделия очень пользуются спросом. И для того, чтобы удовлетворять этот спрос, ежедневно производится почти 9 тонн жевательного мармелада. По трубопроводу крахмал подается в цех и формуется в специальные лотки. После этого в поддоны разливается желейная масса. Машина автоматически контролирует размер и вес фигурок. За розливом следует процесс отстаивания и сушки продукта. На это уходит 3 суток. Затем мармелад глазируют и отправляют в упаковочную зону. Финальный этап – лабораторные исследования. Их проводят не только с мармеладом, но и со всей продукцией компании. Для этого на заводе работают сразу 2 лаборатории. Химико-аналитическая лаборатория компании Эвалар оснащена оборудованием мировых производителей, что позволяет нам контролировать максимально сырье, материалы, упаковку и готовую продукцию по показателям подлинности, количественное определение активных компонентов,
показателям качества и безопасности. Микробиологическая лаборатория компании «Эвалар» имеет право работать с микроорганизмами третьей и четвертой группы патогенности. Она проводит контроль упаковки, сырья, материалов, полупродуктов, готовой продукции. Тщательный контроль позволил продукции компании пройти сертификацию по международному стандарту качества GMP на производство БАТ или надлежащей производственной практике. Ежегодно «Эвалар» подтверждает свое право на обладание данным сертификатом перед международными сертифицирующими организациями. Однако деятельность компании не ограничивается лишь производством. В 2021 году дан старт экологическим инициативам. Совместно с Алюгемским заповедником начата научно-исследовательская работа по сохранению краснокнижных животных – «Оргали» и алтайских растительных эндемиков – радиолы розовой и красной щетки. Участниками первой экспедиции стали журналисты, блогеры и члены Русского географического общества. В последний раз подсчеты редких видов растений на территории Солигема проводили еще в советское время. Мы остановились на нескольких научных исследованиях, которые компания поддержит. Это вот сейчас мы проведем оценку, значит, нашего теперь уже редкого вида растения за радиолы розовые, которые, наверное, особо испытывают прессинг со стороны людей. Мы проведем оценку пастбищ, которые сейчас у нас обеспечивают существование крупнейшей в России группировки алтайского горного барана «Оргали». В дальнейшем у нас есть тоже договоренности с компанией о том, что мы начнем работать по экологическому просвещению. Уже в следующем году ученым предстоит исследовать место обитания и количество редких животных и растений. Последних будут в буквальном смысле пересчитывать вручную и заносить на карту. Очень хорошо, что подтягиваются компании частные типа «Эвалара». Очень хорошо, что они выделяют на это деньги. Очень хорошо, что они этому помогают, потому что, я думаю, без этого всего, на самом деле, это все будет гораздо труднее делать. Очень здорово, что приходит понимание того, насколько все это важно. А пока идет подготовка к исследованиям 2022 года, компания реализует другой, но не менее важный экологический проект. Совместно с организацией «Собиратор» в аптеках сети установлены экобоксы – контейнеры для сбора пластиковых баночек из-под продукции. Каждая наша пластиковая упаковка имеет маркировку. Самая распространенная из них – HDPE-2. Это полиэтилен высокого давления, низкой плотности, который подлежит переработке. Затем собранная упаковка отправляется на перерабатывающий завод. Там ее измельчают, промывают и сушат. После этого пластиковая крошка отправляется на агломерацию – спекание полимеров при температуре около 200 градусов. За спеканием и охлаждением следует нарезка на гранулы. Теперь пластик готов к повторному использованию. Экологический активизм, социальные проекты, современное производство и высокое качество товаров. Этого результата компании «Эвалар» удалось достичь за 30 лет упорного труда. И сейчас, в юбилейный год, компания не намерена останавливаться на достигнутом. А значит, совсем скоро Алтай станет еще более заметным на мировой арене.